От 800 тысяч. Да, я тоже вот есть хочу. Ой, слушай, я не знаю, как-то. Это не ко мне, это надо на оценку приезжать сюда. Не я оцениваю машины. Я их подготавливаю к покраске все. Айфон Казахстан. Ага, картошка. Смысл не хочешь звать? Вот я опять начал. Мне склад работу. Спасибо. Он тоже. Привет. Все, у меня нет сил работать, я хочу кушать. Поем яблоко с клубничкой. Радуйте мой Каспий, я буду радовать вас своими глазами. Ой, стул вроде мягкий, одновременно твердый. Я еще здесь, да. У меня сил нет тереть, все, у меня даже скорость кончилась. Да, мурашки. Угу. Мне нечего кушать. Упс. 10. Там сет такой просто есть. Сет. Алексей, 100 тенге. 100 тенге.
Сейчас на 100 тенге даже бумагу туалетную не купишь, знаете такое? И жвачки даже не купишь, и мороженое. Вообще. Я не замужем. Если бы я была замужем, я бы, наверное, не сидела в эфирах. Или, по крайней мере, не допускала бы себе большую часть, что я могу себе допустить. Привет. Я не хожу на свидание. Нет, не на себя. На дядю Нурика. Деталь от 70 000. Что там за работа еще? Да? Когда? Не обманываю. Не могла так сказать. Помощница? Да. Привет. Хороший вопрос. Блин, я в офисе и не люблю сидеть. Чё такое, Миш? Здесь не в этом дело. Здесь такие детали просто, что как бы она уже готова практически. Я делаю вот здесь внутри. А чтобы вовнутрь залезть, надо немало терпения, сил. Я же сказала, 10 стоит сет 10 000. Ты, наверное, меня не услышал, когда я это говорила. Ты еще хрен залезешь, блин. У меня уже пальцы, честно, болят. Я хочу уже бампер делать начать. Бросить нахрен эти ручки. 18, Миша, 18. Ты мне 18 должен. Махмуд. Стыдно должно быть. Ой. Не, я в офис не пойду. Еще тут целое... Привет. Я пошла. Миша. Ты кто такой вообще? Скажи мне, пожалуйста. Скажи мне, сколько тебе лет, Миша? Спасибо. Хорошо. Сейчас доделаю здесь. Вон, оказывается, я здесь еще не доделала. Тупая, я уже думала, все сделала. Ну как все? Тут еще убирать и убирать. Да, Миша, Миша. Ау. А что там в офисе так делать надо? Помогать. Что тебе помогать там? Если как в кино с секретуткой, которая неправильно работает, я не пойду. А, документы развозить? Куда? А если я потеряю, у меня ж потом пизда будет. Или меня ограбит кто-нибудь. Да у Миши нету тут ни фотографии, ни хера нету. Надо на него хоть подписаться. Или я подписана? А нет, не подписана. Я же не на всех подписываюсь.
Мне 55. А, разносить может документы, а не развозить. Я думала ездить. Я бы лучше ездила на машине. Да, не, серьезно. Вообще можно было. Но я боюсь эти офисы до ужаса. Мне там паника начинается. А, ездить. Блин, напиши мне в личку, давай. Я посмотрю, что это там за такое. А то я здесь уже устала сидеть. Эй, уйбу. Задушишься. Ты задушишься. Меня убило. Я как то стыдаюсь. Иди 40 уколов от бешенства делай. А? 40 уколов от бешенства.